Вторая жизнь старой картинки. В сегодняшнем видео речь пойдет не совсем о симулярах, а скорее о повышении ваших навыков. Когда я только училась рисовать, еще на самом своем расцвете карьеры микростокера, я рисовала, допустим, какую-то определенную картинку, и мне казалось, что это вообще просто шедевр какого-то искусства. Я не видела в ней недостатков, мне казалось, что картинка идеальная, и когда я загружала ее на микросток, я удивлялась, почему ее не покупают. Через какое-то количество месяцев, как правило, это через 2, через 3, когда я ту картинку уже забыла и рисую другие картинки, изучая новые техники и новые какие-то эффекты и технологии, я открывала старую картинку и понимала, что там было очень много ошибок, там было очень много косяков, и действительно я понимала, почему ее не покупали. Я исправляла все косяки, я исправляла, добавляла новые эффекты, добавляла какие-то новые фишки, какие-то новые объекты, и картинка играла совершенно новыми красками. И я загружала данную картинку в интернет, и она уже продавалась лучше, чем та старая. По прошествии еще, допустим, 2-3 месяцев, естественно, когда я исправила картинку, переделала ее на новый лад, мне опять казалось, что это просто шедевр искусства, что это просто самая гениальная картинка, она очень красивая, очень классная. Я загружала ее на микросток именно с этим пониманием, что она очень классная. Соответственно, через 3 месяца после того, как я нарисовала и исправила картинку, через 3 месяца я снова захожу, и, естественно, вы уже понимаете, я вижу новые ошибки, я вижу, что недоработанные какие-то эффекты, я вижу абсолютно полный перечень тех ошибок, которые я не видела раньше. Естественно, данные ошибки я опять исправляю, некоторые объекты вообще удаляю, рисую их абсолютно заново. Понимаю, что раньше я рисовала их неправильно, и теперь вот можно нарисовать их гораздо легче, гораздо проще, и выглядит это будет гораздо красивее. То есть картинка приобретает совершенно новый вид. Казалось бы, это одна и та же картинка, которую я просто на разные промежутки времени видоизменяла, улучшала, улучшала и улучшала. И в итоге, в конце пути, да, то есть у меня есть такие картинки, которые я начала рисовать буквально на начале своей карьеры, то есть года 2 назад, и постепенно я просто ее переделываю. Сейчас, когда я сравниваю две эти картинки, то есть конечный результат и самую-самую первую, я понимаю, что это две совершенно разные картинки, у них просто тема одна и та же. И также я понимаю, что вторая картинка, которая действительно была красивая, она не появилась бы без первой картинки. То есть первая картинка служит неким стартом, после которой начинается ее эволюция, начинается ее улучшение. Это, соответственно, если растут ваши навыки. Если вы тренируетесь, практикуетесь в программе, ваши навыки растут, вы даже этого не замечаете. Но если вы откроете через 3 месяца свою какую-то старую картинку, вы сразу увидите все свои ошибки.